Привет. На работе порядок. Вот только стал немного уставать. А ты? У твоего дубликата очень насыщенная жизнь. Это естественно. Не волнуйся. Если подумать, я тоже устал. Сам не знаю почему. Ну да, ты прав. Ты пошел в бар Риальто. Джон, ничего не забыл? Ты пил пиво и ждал свою девушку. Девушку? Да, девушку. Елену Камински. Джон? Первый раз вижу тебя днем. До вечера. Почему ты не сказал мне о ней? Знал, что ты будешь против. Ты нарушил правила. Вы должны расстаться. Я не буду этого делать. Скажи ей о нас. Иначе скажу я. Ты вправду не он. Все-таки не понимаю, кто ты? Я встречаюсь с его бывшей девушкой. Ты должен сказать ему. Где ты был? Что происходит? Я переживаю, когда вы не ладите. Это опасно. Ты слишком далеко зашел. Я люблю ее.